Приветствую вас. Для начала я бы вам рекомендовал поискать в интернете треугольник Карпмана, вот, чтобы увидеть себя в нем, чтобы увидеть, какую позицию вы занимаете в нем, в треугольнике Карпмана. Вот. Чтобы, может быть, лучше себя понимать в этой ситуации, может быть, чтобы лучше увидеть себя, возможно, увидеть себя со стороны лучше, вот, хотя тут, конечно, все зависит от вашего, ну, все зависит от вашего восприятия, вот. Но ситуация в целом, вот именно в целом, ситуация, она такая, скорее, больше, вот именно, ну, именно в большей степени, да, ситуация такая, вот, то есть это то, что я могу вам пока что продемонстрировать, да? Вот. Дальше. Вы сами понимаете, как обстоят сейчас дела. То есть, я имею в виду, что вы сами отдаете себе отчет, я надеюсь, в том, что сейчас происходит с вами. То есть, вы говорите, по сути, прямым текстом, что человек не ценит вас, да, человек не ценит вас, не ценит того, что вы делаете, не ценит вашу заботу о нем, не ценит ваши силы, не ценит ваши усилия, вот, и так далее. То есть, по факту вы говорите именно, и, конечно, хорошего в этом нет ничего, безусловно, именно хорошего в этом нет ничего, но вы сами понимаете, сами отдаете себе отчет в том, что стали причиной этого. И тут, конечно, вся тонкость в том, чтобы вы постарались для себя понять, как это вообще стало возможным, да? То есть, как стало возможным то, что вы, вот, ну, то, что вы связались с таким мужчиной, который, вот, не ценит ничего, да, из того, что вы делаете, который не делает ничего, не мотивирован и так далее. Вот. То есть, это вопрос, скорее, наверное, больше к вам. Вот. Что касается мотивации, вот именно если мы говорим о мотивации, да? То мотивировать мужчину
ну, лучше всего мотивировать мужчину. Может только, по сути дела, отсутствие получения им того, что он хочет. То есть, если вы не будете, например, давать ему, я имею в виду, ну, если вы не будете давать мужчине то, что он хочет, да, если вы не будете давать мужчине то, что он получает вот от, ну, от такого вот взаимодействия с вами, да, то он и не будет, значит, вести себя так. А до тех пор, пока у него есть мотивация, до тех пор, пока у него есть подтверждение того, что так можно себя вести, вот, он, скорее всего, вести себя так и будет. Ну, просто потому что в некотором смысле вы позволяете ему это делать. В некотором смысле вы позволяете ему так с вами себя вести. Вот. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что вам, вероятно, этого не хочется. Я отдаю себе отчет в том, что вы этого не хотите. Я отдаю себе отчет в том, что, возможно, вы хотели бы, чтобы было иначе, чтобы было по-другому, но по факту ситуация складывается вот так. Вот так. Пока что. Поэтому моя коллега Светлана, вот, в принципе, правильно донесла до вас вот эту мысль, этот момент, что пока вы человека содержите, пока у него есть вот это понимание, да, это ощущение, что его поддерживают, что его там, ну, содержат и прочее, вот, пока у человека есть такая позиция, он, скорее всего, ничего менять именно в своей жизни, скорее всего, не будет. Просто потому, что нет мотивации, нет желания. Ну, а зачем, если все как бы так хорошо, да, все как бы так нормально, все как бы так здорово, но зачем что-то менять, да, для чего что-то менять, вот. То есть я понимаю, что вам, возможно, тяжело будет для себя данный момент принять, я отдаю себе отчет в этом, но пока что ситуация складывается так, то есть до тех пор, пока вы не измените свое отношение к мужу, до тех пор, пока вы не начнете вести себя с ним как-то иначе, да, как-то по-другому, до тех пор, пока вы не начнете вести себя с ним так, что он увидит или не увидит, например, неэффективность своего поведения, да, пока он
вот просто не увидит для себя то, что его поведение неэффективно, вот, а ситуация будет продолжаться, ситуация будет вот такой, ситуация будет вот такой, и она будет такой именно до тех пор, пока вы вот, ну, пока вы ничего не поменяете, никакого секрета особого здесь нет, никаких секретов здесь особо нет, потому что, ну, это вот, вы его, можно сказать, что воспитали, создали его, ни много ни мало, да, вы его создали таким. И опять же, это не обвинение в ваш адрес, ни в коем случае, это правда, это правда. Я уверен, что вы не хотели этого, я уверен, что вы хотели чего-то другого, я уверен, что вам, что вам нужно было что-то другое, вот, по итогу. Я уверен в этом, я уверен, что вы не хотели, чтобы ваш мужчина был вот таким. Но он, тем не менее, такой. И лучше, конечно, если вы для себя этот момент примете. Вот. Примите, потому что не будете пытаться его менять именно словами. То есть, если хотите его поменять, можно поменять его, например, опытом. Да? Можно изменить его опытным путем вашего мужчину, вот, то есть как-то вот донести до него ту позицию, что вот какие-то вещи, которые он делает, не то чтобы они были неправильны, какие-то вещи, а они именно вот неэффективны, понимаете, вот. То есть это вот такой момент, ну, на мой взгляд, который нужно учитывать, который нужно учитывать. А если мы хотим, чтобы ваша ситуация, да, мы хотим, чтобы ваша ситуация изменилась, вот, я думаю, что примерно вот такой можно дать вам ответ на вопрос, что вы задаете. И, соответственно, до тех пор, пока ситуация не изменится, до тех пор, пока, к примеру, вы будете вести себя вот таким образом, вот, я боюсь, что все так и будет. Я боюсь, что все так и будет происходить. Вот. На этом все. Я надеюсь, помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.